сказал по поводу буса, который там едет не по правилам, нарушает, на красный проезжает, с пешеходов давит, на встречный выезжает. Что-то его никто не собирается останавливать, но сейчас на Крастоянова повернул. У меня все это снято на видеорегистратор. Куда мне обратиться, чтобы его сейчас наказали? Ну так и что, он вот так вот будет по городу ездить, пока не создать? Ну так он сейчас будет ездить, пока не собьет кого-нибудь или аварию не сделает, да, и потом его не сделают виноватым, потому что он в погонах. Потому что он по встречным, он ездит по встречной полосе, вы понимаете? Он может пьяный, и никто не хочет принимать никакие меры. Да, понятно. Хорошо. Спроси фамилию, спроси. Что она сказала? Информацию не передали в город. Передали? Опа, встречка. Встречка, встречка, пешеходный. Давай, давай, лупи, родной. Нормальный чувак! Я сейчас все это снимаю и буду ждать, пока ГАИ за тобой приедет. Да! Я тебе отвечаю! Девушка, вот мы вам набирали по поводу этого буса. Вот он сейчас на Сурганово в пробочке стоит. Ну, с Орловской в сторону Сурганова. Ну вот мы за ней ездим. Он опять на встречную выезжал. Ну. Хорошо. Информация передана и направлена в районы Радист. Направлена, да?